В Доме правительства Московской области состоялся финал 6-й областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. За звание победителя боролись 12 команд, которые на предшествующих этапах – школьном, муниципальном и межмуниципальном – стали лучшими. Темой олимпиады будущих избирателей в этом году стал Институт губернаторства в России. Сначала финалисты отвечали на вопросы, касающиеся избирательного права и законодательства. При каких условиях избиратель может проголосовать за другого избирателя? Ни при каких. Это верный ответ. Затем каждая команда выступила со своим творческим номером, задачей которого было представить образ губернатора, то, каким он должен быть. Петр, губернатор. Октябрина, губернатор. Каждый номер оказался по-своему уникален и интересен. Идеи, представленные участниками, были одна оригинальнее другой. И все же жюри определило победителей. На третьем месте ребята из Королева, на втором из Люберец и на первом команда Наро-Фоминска. Свою оценку участникам дала заместитель председателя избирательной комиссии Московской области Наталья Земскова. Вы достойная наша смена, и мы знаем, кому будем мы отдавать свой опыт, свои знания и знания, что вы это продолжите в еще большей и лучшей степени. Ежегодно более 300 тысяч старшеклассников региона проявляют интерес к избирательному законодательству и демонстрируют свои знания в этой области.